Вопрос. Константин Натанович, как вы можете объяснить поддержку Навального Ходорковским? Уверены, что он в курсе, чей это проект, что движет Ходорковским? Ну, вообще я не готов отвечать за Мишу, за Михаила Борисовича. Ну, вот судя по тому, что он меня продолжает считать радикалом, где-то я видел в интервью, он так сказал, я же не Буровой. Вот он человек компромисса. Вот и детали, которые для меня существенны, он не считает важными. Навальный изображает оппозиционера, ну все, достаточно, значит, он из наших.